Так, ребятки, значит, как делаю это? Как я делаю элементы на квадраты? Получается, отверстие сверлю, чтобы зайти таким саморезом. Также здесь. Сейчас это закручу. Вот, и будет очень довольно неплохо. Потом подкрашу. Ну, и будет конструкция довольно четкая и надежная. Так, вот клеем. Ой, господи, клеем. Вот, очень крепко все держится. Зафиксировано. Здесь будут у нас располагаться элементы. Сейчас я покрою краской. Вот, и будет довольно симпатично, по идее. Так, вот я здесь. Это элементы. Сейчас они подсохнут. Вот. И будет нормалек.